А 14 октября в Сочи начнется Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня, за 7 месяцев до старта, в Чебоксарах открылся Центр по привлечению и отбору волонтеров. На торжественном мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. После окончания Второй мировой войны в Лондоне прошла Всемирная конференция «Молодежи за мир». На ней было принято решение начать проведение всемирных фестивалей молодежи и студентов. В прошлом году такой фестиваль прошел в эквадорском Кито. В этом году очередь в Сочи. Всего в фестивале примут участие несколько сот молодых людей из Чувашии. 50 из них – волонтеры. Люди, которые знают языки, они могут найти контакт с человеком другой национальности, могут снизить напряженность между людьми. В новом волонтерском центре и будет проходить отбор участников. Среди потенциальных волонтеров и новички, и те, кто живет волонтерством уже несколько лет. Была волонтером на командном чемпионате Европы по легкой атлетике. Это много эмоций, куча знакомств со всей России, почему бы нет, и, естественно, практика языка. Стоит отметить, что за последние 5 лет количество волонтеров в Чувашии увеличилось в 2 раза. Сейчас в регионе насчитывается более 40 тысяч добровольцев. Все они активные участники мероприятий различного уровня как в республике, так и за ее пределами. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.